Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в нашем концертном зале. 2017 год объявлен в России годом экологии. Как предупреждение, как призыв, как напоминание прозвучит сегодня наш концерт. В мире, каким он был задуман, все гармонично. В нем многоцветие чувств, радостная и счастливая тональность звуков, удивительная палитра красок и потрясающая музыка жизни. Мир, созданный Творцом, прекрасен. И очарованные этой красотой мы дарим этому живому и удивительному миру наш концерт. На сцене камерный оркестр Липецкого областного колледжа искусств имени Константина Николаевича Игумнова, руководитель Вадим Заиченко. Libya, Libya, Libya.
Thank you.
твое, птица в руке. Имя твое, льдинка на языке. Одно единственное движение губ. Имя твое, пять букв. Мячик, пойманный на лету. Серебряный бубенец во рту. Камень, кинутый в тихий пруд. Всхлипнет так, как тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт. Громкое имя твое гремит. И назовет нам его в висок. Звонко щелкающий курок. Имя твое. Ах, нельзя, имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Имя твое поцелуй в снег, ключевой, голубой, ледяной глоток. С именем твоим сон глубок. Thank you.
Thank you.
Жизнь – это бесценный подарок. Огромное везение и необычайная ответственность. Наша прекрасная, дарованная нам жизнь. Надо непременно осознать ее величие. И только чуткое сердце, милосердный ум и восторженная сила созидания позволят сделать эту жизнь умной, яркой и счастливой. Для себя, для других, для нашего продолжения. Солнце для всех, а Земля, она неутомима в своем бесконечном вращении. И всякий раз она несет нас навстречу новому дню. И так будет всегда. Пусть всегда будет солнце!